Безусловно, каждый дачник мечтает о хорошем урожае на своем дачном участке. Очень важно подобрать качественный посевной материал, ведь от него напрямую зависит урожай будущего года. На что же обратить внимание при выборе семян? С приходом зимы можно без спешки выбрать семена. Но многие покупатели, дачники, не различают сорт и гибрид. Некоторые, завидев значок F1, проходят мимо. Некоторые не обращают внимания, что же такое гибрид и какие преимущества он имеет перед сортом. Гибриды характеризуются выровненностью плодов, то есть плоды одинаковые по форме и размеру. Гибриды дают стабильно высокие урожаи, устойчиво к комплексу болезней и характеризуются одновременным появлением всходов. Единственным недостатком гибридов является то, что с них нельзя собрать семена. Перед тем, как пойти в магазин, необходимо составить список необходимых семян. При покупке семян нужно обращать внимание на упаковку. На ней должны быть отображены название, сорт, вес в граммах и дата расфасовки. При покупке семян нужно обратить внимание, в какой пакет семена расфасованы. Семена, расфасованные в бумагу, имеют меньший срок хранения, нежели семена, упакованные в фольгу. Приобрести семена можно в интернет-магазине. Здесь имеется очень широкий выбор овощных и цветочных культур. Сделав заказ, вы можете получить семена в удобное для вас время.